Более 22 тысяч ямальцев планируют голосовать на выборах президента России не по месту регистрации. Об этом сегодня сообщил председатель избиркома Ямала Андрей Гиберт. По его словам, больше всего заявлений подано через портал госуслуг – более 7 тысяч. Еще свыше 6 тысяч – через участковые избирательные комиссии. Более 5 тысяч заявлений ямальцы написали в МФЦ и более 3,5 тысяч – в территориальных избирательных комиссиях. В целом, по стране заявления о голосовании 18 марта по месту пребывания, а не по месту регистрации, подали более 4 миллионов 200 тысяч россиян, пишет информационное агентство «Северпресс». С сегодняшнего дня до 14 часов 17 марта заявление о голосовании не по месту прописки можно подать только в участковой комиссии по месту регистрации.